Сегодняшний репортаж я провожу из города Сан-Хосе, куда я приехал буквально на один день для того, чтобы осмотреться, понять что-то с точки зрения бизнеса, с точки зрения работы, с точки зрения жизни. Сан-Хосе находится на юге Силиконовой долины, представляет из себя, в принципе, город-миллионник, а вместе с агломерацией 1 700 000. Он закрыт горами, поэтому тут климат теплее, чем в самом Сан-Франциско. В принципе, пока еще ничего особого в городе не увидел, но вот тут добрался до здания университета, находится прямо в центре города. Это у них кампус, окруженный деревьями. Ну, естественно, как во всех университетах, у них тут храм. Вот он сзади. Туда-то мы сейчас и пройдем. Я выхожу из тени, я выхожу из сумрака. Пока мы идем до храма, хочу обратить внимание. Вот посмотрите на людей, которые справа-слева от меня проходят. Студенты университета. Опять одни китайцы, опять одни азиаты. В принципе, в этом городе 70% живет белых, 3% всего лишь живет негров, и почти 30% живет представителей азиатских народов, китайцев и японцев. Ну, наверное, такая картина, наверное, везде в Силиконовой долине, потому что, во-первых, Китай близко, во-вторых, в принципе, жить тут очень хорошо. Негров просто всех выселили. Остались белые, короче, и китайцы, как самые работящие. Такой примерно расклад, как я думаю. Ну, вот мы подошли к этому храму. Значит, на самом деле, это никакой не храм, судя по всему, здание первой нормальной школы в этом городе. Ну, можно зайти внутрь. Я думаю, как всегда, входы во все учреждения свободные. Кто-то читает. Ну, понятно, короче-то. Что-то типа школы первой с актовым залом. 10 секунд я снимал. Продолжение походу прогулки по университету. Здесь у них находится спортивная арена сзади. В принципе, большая, судя по тому, что только вход занимает, наверное, 100 шириной. Ну и здесь как бы основная тусня народа. Народ ходит, видать, с одного кампуса в другой. Вот здесь как раз можно посмотреть на преобладающее количество людей азиатской внешности. Ну и опять же, как бы тут видно, что негритянских внешностей здесь нету, как было сказано в статистике Википедии про этот город. Идем дальше.